Добрый день, уважаемые любители хоккея, мы с вами на стадионе. Крылья Советов, где уже появляются хоккеисты Ярославского Лука, готовы к этой встрече. Сейчас появляются на площадке Крылья Советов Денис Попов, вернувшийся из сборной. Сразу же бросается в бой. Последнее приготовление у нас перед этой игрой. Ну и поехали. Матч у нас с вами стартовал. Уже там инициативу перехватил. Вот сейчас Крылья отправляются в атаку. Зудилов! И прошивает! Зудилов! Владислав Акаряга. Только я начал вспоминать вчерашний матч, как Зудилов делает то, что, ну, по сути, еще нужно было вчера проиграть. Борьбу защитника Лука. Кутик, перевод на свободный лед. И момент. Какой сейчас загубил Тисанов. Кутик, еще один бросок. Тисанов, добивание. 1-1. Ну вот, пожалуйста. Осаждали ярославцы. И в итоге все-таки растянули, растащили. Горячев пытается как-то Лука шайбу забрать. А Шафетдинов, о, шайбу протолкнул, шайбу Шафетдинов, бросок поворот. На пятак вылезал, но там повторного броска не случилось. Еще один выстрел в исполнении Егора Манина. Своих соперников. Вот здесь неплохой пас на Николаева. Николаев! Ну, успевал его там Лебедкин. Добивание! Что? Так, ну окей. Хорошо, вот так вот. Гол все-таки, я так понимаю, что да. Николаев принимает поздравления. Ну, шайба и Макаряк уже в целом на месте. Возвращается Лока в чужую зону. Дальше не получается передача у Захарова. И снова Локомотив шайбу под свой контроль берет. Бросок Дарина, добивание! 3-1. Становится счет. И это Михаил Смирнов делает. Ну вот так, застряла там шайба. А Смирнов стал просто самым расторопным перед воротами Денис Попов. Все очень плохо. Но это будет в полшестого. Пока что Крылья отправляются в атаку. Дарин закатился. Ушел на синюю линию. Дальше вот так шайба пролетает. Снова пас на Дарина. Попов все-таки успевает сохранить ее. Не получилось. 50-го номера Крыльев, правда, прессинговали они с Погонщиковым. Бросок по воротам Макаряка. Дальше добивание. И 3-2. Становится счет. Ну, я так понимаю, что Родион... Нет, не Родион. Погонщик оказался там все-таки в нужном месте. А вот так! Пожалуйста, с дальней дистанции берет и прикладывается ярославский Лука Алексей Кожевников. По-моему, это его шайба сейчас оказалась в сетке ворот. Ну вот так, вроде бы, да, все могло и обойтись. Да, тут Скорлупкину, ну, не зря сказали руки убери, но благо арбитры руку не подняли. Тютнев хорошо в одно касание. Выигрывает. Еще один бросок по воротам. Да, вот здесь момент. Остается. В чужой зоне. Хорошая. Но бросок и пролетает шайба. За спину Акаряку. 3-4. Большинство. Крылья реализуют. Правило не нарушен. Николаев. Передача неплохая. Снова Николаев. Как сейчас Лука играющий прошел в этом моменте. Удаление будет сейчас. Отправляется Лука через левый фланг в
по чужую зону, бросок поворотом попу. Вот это сейв. Денис Попова после броска Тисанова. Горячий. Миронов. Миронов, по-моему, уже ждет передачу. Посредством бросок. Плохо пока выводит горячего. Шайба не у голкипера, но там уже слишком откровенно пытался нападающий локомотив ее такой забить. Мячок. Вам. Ну, Касаду и вот такой выстрел. Тут даже не празднует Даниил Гутик. Или что? А или не засчитано? Столкнулся с арбитром. Тем временем снова возвращается в чужую зону, а вот тут уже все поправил. Вот здесь уже все-таки Гутик забрасывает свою шайбу. И еще становится 5-3. Больше не по голам, потому что передача Витковскому достается, будет еще одно удаление, а может быть и не одно, потому что после горячего утрамбовывать в местный сетунский лед. Ну и по итогу сразу несколько удалений. Дает на Витковского. Витковский под бросок защитнику. Так шайба скакала, будет там удаление сейчас у Ярославцев. И дальше. Вот так проходит шайба. Манин. И снова. И Попову приходится в игру вступить. Что там, да? Так сокрушается. Ладно, шайба. А вот здесь Зудилов хорошо проталкивает шайбу дальше и промахивается Зудилов. Удивительный момент, но там еще и нарушение правил было, но на этот раз Зудилов уже никто мешать не будет. Поехал Зудилов, едет по центру, Зудилов, и туда же. И все туда же. Партнеры как-то улучшить. Все, возвращается Зубчинский. И бросок поворотом. Ну, не так, чтобы выдающиеся провели чисто Локо 2 минуты. А Коряк здесь вроде бы уже забрал шайбу. Зубчинский хочет до шайбы не доберется. Шумили. Локо! Встретили Тисанова, но это не мешает Локо продолжить. Вот он, маленький удивительный факт, что оказывается, эта цифра вполне себе символична, потому что матч гостевой, как сейчас шайба! Не оказывается ворот после броска Зудилова. Да, ну тут совсем сейчас ярославцы в открытую перед воротами встали и пытались забросить. Ну, на этом, да. Ой-ой-ой! Ничего себе тут! Пошло-поехало! Так, ну все. Включились эмоции. Достается Николаеву. Ну и пошла такая небольшая потасовка. Ну, понятно, что уже максимум какие-то дисциплинарные взыскания будут. Миронов. Все, пошел Миронов, не сдержался, 23 номер. Так, там сейчас еще и судья может достаться от Миронова. Ну что, утихомирили 23-го? Утихомирили. Был ряд команды друг друга за эту игру, она действительно была веселой. 5-3 у нас с вами итоговый счет. Я, Вячеслав Улюшин, благодарю вас за внимание и говорю вам до свидания. Пока.